Леневский отряд волонтеров культуры не устает развлекать детвору. Несколько игровых программ ребята под наставничеством взрослых товарищей из Дома культуры уже подготовили и провели. Впереди еще ряд развлечений, а сегодня расскажем о пиратских приключениях. Пушечное ядро! Поднять паруса! Отлично! Драть палубу! Вновь в парке отдыха слышны веселые детские голоса и заливистый смех. Игровая программа «Веселый Роджер» объединила пиратов разных возрастов. Злодеи украли у нас ожерелье жемчужное. Без него мы не можем путешествовать. Вы нам поможете его отыскать? Хорошо, отлично. Нам нужна команда. Но у нас нет команды. Подруга моя, посмотри, сколько ребят, они готовы нам помогать. Сейчас мы сделаем не одну команду, а целых 4. Формированию команд предшествовала процедура принятия ребят в пиратское братство, несколько несложных заданий и обязательный пиратский танец. Далее последовало путешествие по островам в поисках жемчужин. Каждая из 4 команд двинулась в путь. Вместо карты – маршрутный лист, где строго прописана последовательность прохождения этапов. На каждом свои испытания и жемчужины за успешное прохождение. Загадки с подвохом на загадочном островке, змеиная тропа и переправа на острове Братского кольца, островок с препятствиями, собирание пазла пиратского флага на острове Веселого Роджера, музыкальный островок, где ребятам предстояло спеть песню по предложенной картинке. Всего 5 островов, 5 жемчужин по окончанию игры у каждой команды. Собранное ожерелье облегчит дальнейший путь старших пиратов и наставников команд. Весело используя проведенное время, ребятам запомнится. Еще один день лета стал ярче и интересней.